28-го, улица Чуплыгина, Московский театр под руководством Табаков, Уважаемый Олег Павлович, дорогие коллеги, друзья, всей души поздравляю вас от открытия нового театрального сезона. Пусть он будет счастливым, пусть все замыслы успешно воплощаются. Я желаю вам радостного, вдохновенного творчества, неизменно нежной, преданной любви зрителей. И пусть стабильное существование вашего театра не нарушают никакие проблемы. Дай вам Бог всего самого доброго, здоровья, счастья, благополучия. Искренне ваш Александр Колянин. Вам заметить, что, наверное, все-таки мы открываем сезон в подвале последний раз. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова. Давайте поднимемся. Пополнение нашей труппы. Ну, начнем то, что называется, не с дам, а начнем все-таки по возрасту. Саш Кузьмин. Факультет Саратовской консерватории имени Леонида Витальевича Собинова по курсу Риммы Беляковой. С 2005 по 2013 он был ведущим артистом Саратовского театра имени Ивана Артемьевича Слонова. Давай, Кристина Овчаренко. Она окончила театральную школу при Русском драматическом театре имени Горького на курсе у педагога Крючкова, была принята в труппу театра, но серьезно и честолюбиво ныне является студенткой третьего курса заочного отделения актерского факультета ГИТИСа. Третий наш коллега новый — это Наталья Качалова, выпускница курса Константина Аркадьевича Райкера. Как всегда, все-таки не могу пройти. Чего
Бабочки летают. Ей, дайте. Нормально. Вот они живы. Короче говоря. Бабочки летают. Это единственное, что у меня осталось. Ну вот. Хотя, с другой стороны, и на оков. Вот как на сцене надо играть. Значит, два новых режиссера у нас дебютируют в этом сезоне. Первый ученик Петра Наумовича Фоменко, несколько лет проработавший в его мастерской. В настоящее время он главный режиссер Московского областного театра юного зрителя. И в нашем театре он поставит рассказ, рождественскую сказку по повести Диккенса «Сверчок за очагом». Ну вот, второй режиссер, который дебютирует в этом году, это Егор Равинский. Он окончил актерский факультет Щукинского училища. Сейчас заканчивает курс в ГИТИСе в режиссерской группе Сережи Жиновача. Егор поставит пьесу Островского «Свои люди, сочтемся». 6 лет не принимали эту пьеску в постановке. Это не было тогда. Вот отдел агитации и пропаганды, там еще что-то. Ну что ты такие были? Не хотели. 6 лет. По традиции мы поздравляем наших юбиляров. Значит, за 15 лет служения в нашем театре золотыми значками назначаются, точнее награждаются. Дениска Никифоров, родная мастерская, как говорил Иван Владимирович Мичурин, и он в ней работник, двойняшек сделал. Значит, школа наша, в эту всероссийскую театральную школу при нашем театре в этом году был осуществлен уже четвертый набор, ребят. Это, как это, весенняя жизнь моя, теперь ты приснилась мне. Итак, выходите! У меня растут года! Будет и 17! Хорошо бы мне тогда в сериале сняться! Хорошо бы вечерком на подмостке выйти! И утрет глаза платком восхищенный зритель. Гром оваций! Браво! Бис! В Голливуде роли! И в Амхате бенефис! Для разгона, что ли? Быть артистом хорошо! Не бывает лучше! Я в артисты бы пошел! Пусть меня научат! Мастер, научи! И ответил мастер! Для начала не кричи! Для начала здрасте! Для начала будь готов к синякам и шишкам! Кто заявит педагог, ты корявый слишком! Что не будет роль легко сразу получаться! Скажем, очень далеко, дети до овации! Мы готовы, нам бы в бой! Научи нас, мастер! Станет пусть театр судьбой нашим трудным счастьем! В целом свете не найду! Дело жизни лучше! Я в артисты пойду! Пусть меня научат! На середину ноября предполагается такое возобновление, что ли, версии нашего старого спектакля «Белок Сиблюз» по пьесе Нила Савина в постановке Саши Марина. Ну вот, а в роли сержанта Туми будет дебютировать Саша
Кузьмин, из курса Римы Беляковой. В середине декабря выйдет спектакль Дручика «Сверчок на печи». Дальше Егор Равинский и «Свои люди, сочтемся». Сразу после выпуска спектакля «Белок Семлюз» Саша Марин примется за постановку романа Флобера «Госпожа Бовари». Спектакль пока называется «Эмма», автор пьесы по этому роману сам Саша Марин. Еще одна ученица Сережи Женовача, окончившая ГИТИС в 2010 году, это режиссер из Норвегии Сигрид Рейбо. Она познакомит зрителей с творчеством датско-норвежского драматурга рубежа 17-18 века Людвига Хольберга. Это поэт, сатирик, драматург, мыслитель, он был подлинным просветителем своего времени, он был патриотом, борцом с общественными пороками. Короче говоря, он большое влияние оказал не только на литературу Норвегии и Дании, но и, как утверждают понимающие образованные люди, даже на творчество самого Гольдони. И для своей первой работы на сцене нашего театра Сигрид Рейбо выбрал одну из самых известных комедий Хольберга. Называется он «Йеппе». «Йеппе с горы». Значит, в октябре же будет, приступит к вводам спектакль «Леди Макбет» Мценского уезда Александр Мохов. Во второй половине сезона планируется восстановление спектакля Кости Богомолова «Чайка» с новыми персонажами и... Нет, я неверно сказал. С новыми исполнителями. Хорошо. Поэтому количество и премьер, и гастрольных спектаклей будет меняться. Поэтому я приглашаю гостей и артистов выпить и закусить, чем Бог послал.